Россияне, короче, такая ситуация. Жители Мариуполя, которые считают своим президентом Путина, обратились к Путину с вопросом, что им делать. У них было жилье, а жилья больше нет, и на месте их жилья строится здание, которое будет под ипотеку, то есть нужно его покупать. У них нет денег покупать свое собственное жилье второй раз. Какие у вас будут к ним предложения? Послушайте, что они говорят. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам как к гаранту Конституции Российской Федерации. Что им делать? Наш дом был разрушен во время боевых действий. Нахимова 82, Мариуполь. Мы остались без жилья. Наши дети, старики и мы все остались на улице. Что им делать? Сейчас осень. Местная идет. Администрация перед сносом дома обещала и гарантировала нам то, что мы будем жить в отстроенном доме на месте нашего разрушенного. Но по факту получилось по-другому. На месте нашего дома строят жилье под продажу. Под продажу. Напишите, Арсений, вы не стесняйтесь, напишите. Компенсационные выплаты 35 тысяч за квадратный метр. Меня Мариуполь тоже читает. Мы не в состоянии заплатить такие деньги и повторно купить свое жилье. Ну, человек не хочет покупать свое жилье. Вот вы хотите его повторно покупать?